В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Алкоточку на колесах в минувшие выходные задержали полицейские на фестивале «Гренландия». Водителя с шампанско-пивным складом на борту остановили на контрольно-пропускном пункте. Как выяснилось, спиртной молодой человек привез по телефонному заказу участникам фестиваля. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. Алкокурьера поймали с поличным. Торговец даже не догадывался, что поехал за 40 километров от Кирова не чтобы заработать, а чтобы поучаствовать в оперативном эксперименте полицейских. Вы друг у него? Нет. Вы не друг, да? Заказывали? Да, он заказывал. А сколько денег взяли? 850 рублей. А почему? За сколько? За сколько? За две трешки. В итоге отпираться водителю уже не было смысла. В преступлении он признался. Весь алкоголь из машины полицейские изъяли. В Кирово-Чепецке осудили Сергея Кудинова, который до смерти избил родную мать. В момент преступления оба родственника были пьяны. В порыве ярости обвиняемый стал бить пенсионерку руками, ногами, а затем шваброй. Вину за шум преступления признаете? Да. Полностью? Да. Что-то еще хотите дополнить? Ничего дополнить. Известно, что до этого преступления обвиняемый не имел судимости. Кирово-Чепецкий районный суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу. На улице Воровского в ДТП пострадала 18-летняя девушка. После столкновения «Тойоты» и «Девятки» отечественный автомобиль отлетел на обочину и врезался в дерево. Девушка не могла сама выбраться из салона. Сейчас устанавливается тяжесть травм, полученных пассажиркой «Лады». Как стало известно, у девушки закрытый перелом плечевой кости.